Что общего у роликовых коньков и Корейской Республики? В Тюмени их объединила команда по роллер-спорту, которая готовится к предстоящему первенству России в парке российско-корейской дружбы. Одной из самых молодых спортивных федераций города пока не удается найти подходящую площадку для тренировок. Мы занимаемся сейчас на площадках, где есть хороший асфальт. К сожалению, сейчас на данный момент в Тюмени нет подходящего круга для занятий нашей дисциплины спидскейтинг, потому что сейчас все стадионы у нас обработали резиновым покрытием. А по резиновому покрытию нам, к сожалению, ездить некомфортно и небезопасно. Непростые условия – не повод опускать руки. За 2 года существования команды тюменские роллеры поучаствовали в десятках соревнований. На последних из них в Челябинске забрали 17 призовых мест. На предстоящем первенстве России в Омске выступит 20 тюменцев в возрасте от 5 до 62 лет. Добегу, пробегу, но противники очень сильные, сложные. Ну, мы постараемся их преодолеть. И готовимся, уже занимаюсь 3 раза в неделю. Стараемся.